Здорово, пацаны! Здорово, пацаны! Как вы просили, у нас грач, человек на грани. На грани, блядь. Граненого стакана, блядь. Сегодня он вам расскажет для металлхедов, как волосы надо иметь. Длинные. Как иметь? Растить, ёпта. А как за ними ухаживать надо? Ох, head and shoulders, блядь. Научили меня, говорю, яйцами мыть сырыми, ёпта мать нахуй. Помыл, блядь, ёпта. Хуяк, да, заебись, ёпта. В трамвай зашел, вот так вот хуяк башкой, ёпта. Радиус 3 метра, люди отбежали. А оказалось, от меня собакой пахнет, ёпта. Тухлятина несёт. Да вообще, ну мне ж не сказали, что потом надо шампунем смывать. Ты яйца в голову втирал. Они мылятся реально, ёпта. Как нахуй это? Ты знаешь, короче, у меня был в армии один узбек, который был вообще налысо пострижен и все хотел себе хайр отрастить. Он себе лук в голову втирал, но ни хера не помогало. Ну, как в анекдоте, да, ёп, нахуй, когда гаишник, нахуй, хуякс, ёп, говно, когда, хуякс. Что за анекдот такой, блядь? Ой, да старый, блядь. Когда хуяк едет, блядь, мент, нахуй, его бомж останавливает, ёпт, у меня, а мент лысый, блядь, ну, чуть-чуть такой. Мне, говорит, говно волшебное, нахуй. Да ладно. На голову насру, блядь, короче, в отрёшку. Тот, говорит, ну, давай хуй с ней, пока никто не видит, ёпт. Взял ему на голову, насрал, блядь, этот вытер, и из кустов крик. Блядь, за этот прикол я тебе, нахуй, еще и дом подарю, говорит. Круто, а, нет, круто. Он неправильно, это бомж ехал на Мерседесе, его остановил гаишник. Он, это, откуда у тебя такой мерин? Он говорит, говно волшебное, волосы растут на голове. Так, вот. Ладно, Юрий Грачевский, блин. Надо, блядь. Юрий Алексеевич, вы можете мне рассказать, блядь, откуда у вас такие фингалы? Упал. Места знать надо. У нас утес есть, ёптать, а там бассейн, а в нем воды нету, нахуй. Я шел. Первачка отведал, нахуй, вкусного, блядь, нахуй. И фонарь-то туда не попадает. Ну, темно, ёптать, и я топ-топ-топ-топ. Это уже прошло все. То было ебало, то шире плеч, ёпта, как мачка творога, нахуй, ёптать. Дома так, сидел неделю, не выходил, блядь. Так, я так понял, короче, что ты шуровал, короче, отведав первачка. Да, и нахуя я закурил сигарету, ёпт. Как мне? И тут тебя накрыло. Накрыло пиздец. А вот этот бассейн ты не видишь просто тупо. А он, да, такой, он не особо большой, блядь. Ну, глубокий. Ну, как глубокий, блядь, где-то с мой рост. Вот такой вот. А мужик, который тебе помогал там, вроде... Мужик, блядь, во попал. Он прыгнул туда, нахуй, вытащил меня, а сам вылезти, нахуй, не может оттуда, ёпта. Пиздец. Блядь. Ладно, передавай всем привет. Всем привет. Это был Юрий Алексеевич. Пейте водочку вкусное. Человек на грани.